Всем привет, друзья! Рада вас снова видеть на своем канале. Но для тех, кто впервые у меня в гостях, меня зовут Елена, и со мной малышка София. У нас сегодня очередной мукбанг. У нас сегодня уже, это можно сказать, второй завтрак у Сони. У меня первый. Сонечка с утра покушала творожок детский Агуша, поела каши. Ну и сейчас 11 часов дня, и мы решили покушать немножечко оладушков. Я приготовила оладьи из кабачков. У меня видео на канале есть о том, как я это их готовила. Вот такая красота у нас получилась. Пылу жару, можно сказать. Запах обалденный. Камера, кстати, не передает цвет. Они немножечко как зеленоватые от кабачка. Кабачок у меня молодой. И надеюсь, что очень вкусный. Мы, конечно, попробовали немножечко. Нам понравилось. И приготовила я к кабачкам вот такой соус. Здесь у меня сметана и просто зелень укропа мелко нарезанная. И добавила я немножечко, совсем чуть-чуть адыгейской соли, прям капельку. То есть, ну, потому что Соня маленькая. Еще можно, конечно, в такой соус добавить чеснок, вообще будет шикарно. Но так как я кушаю с Соней вместе, мне не захотелось просто отдельно для себя что-то как готовить соус, поэтому я сделала такой. Ну что, давайте, наверное, пробовать. Соня уже голодная моя. Да, доченька? Так, вот тебе два оладушка. Сейчас, подожди, я тебя смажу сразу соусом. Так, тебе соус положу сразу. И давай вот сюда еще тебе так чуть-чуть соуса. Так, смотри. Я сейчас давай тебе вилочкой аккуратно их разломаю, чтобы ты могла вилочкой брать и кушать. Да, малыш? Да. Все, кто кушает с нами, всем приятного аппетита, мои хорошие. Пахнет, конечно, пахнет. Соус вкусный, укроп, свежий укроп. Вчера я на рынке купила прям свежайший укропчик. Давай, бери, бери аккуратно. И добавила его вот в наши оладушки. Так, сейчас будем пробовать. Что у нас вообще получилось? Естественно, мы все оладьи кушать не будем. Здесь очень много. Поэтому, ну, то, что съедим, конечно, то и съедим. Так, я, наверное, немножечко их уберу, потому что они мне немножко мешают. Вот так вот их поставлю. Сметанку поближе. Будем пробовать. Я очень люблю оладьи из кабачков, но почему-то не готовила их очень долгое время. Так, Соня, кстати, будет пить вот такой чай травяной детский у нее. И у меня кофе с молоком я сделала. Да, захотелось мне кофе выпить. Я кофе не пью, очень, ну, крайне редко пью, не очень люблю. С молочком могу иногда выпить. Вот сегодня мне захотелось. Погода, тем более, у нас не очень жарко. Сегодня утром 20 градусов, показывает термометр. Поэтому я даже вот решилась приготовить, пожарить оладья. Ну как? Вкусно? С этим соусом просто обалденно получилось. Мам, чай, чай. Бери. Аккуратно только, не разлей. Бери аккуратно чай. Ну что, горячий, наверное? Давай сюда поставь, малыш. Чай обычный. Я даже его не сластила. Ну, Соня пьет без сахара чай. А себе я, конечно, посластила. Соня конфеты кушает. Да, малыш? Да, вкусно тебе? Да. Малышка впервые кушает такие оладушки. Надеюсь, ей понравится. Ну, вроде бы. Аккуратно, Сонечка, в тарелку не залезь. Только аккуратно, малыш. Аккуратно. Кушай оладушки вкусные. Так давно не пробовала кофе с молоком. Кофе стоит? Есть. Но как-то не хотелось. Вообще, как бы не хочется какие-то горячие напитки, супы. Ну, сейчас немножко как раз у нас жара спала. Очень хорошо. Мы вчера даже с семьей решили прогуляться вечером. В легкой кофточке. Ну, у меня кардиган, кофточка обычно вязаная, можно сказать. Удлиненный кардиган вязаный. И даже без колготок ходила. Не замерзла вообще. Пришли домой поздно.
Сразу все уставшие и довольные спать. Нагулялись, наигрались, на детской площадке накатались. И качельки. Качельки катались, да? Да. Вкусно? Короче, было очень здорово. И вообще никто не замерз. Соня тоже в кофточке была. Ну, Соня штанишки теплые, спортивные. Для того, чтобы не съели комары. Соус кушай, Соня. Не соус кушай, а кушай вот кабачки. Я же тебя специально махать туда. Кабачочки кушай. Покушаем. Сейчас покушаем, пойдем в магазин. Магазин. Посмотрим, что у нас продают. Зайдем на рынок. На качельки хочешь? Да. На качельки не знаю, Соня. Погода непонятная. Вроде бы дождя нет, но вчера тоже дождь то шел по чуть-чуть, то нету дождя. Посмотрим. Да. Кушай, кушай. Вкусно? Да. Еще тебя оладушек разделить вот так на части. Давай, малыш, видишь, сколько сметанки? Не сметанка, а соус. Очень вкусно. Вкусненько же, да? Да. Держи, малыш. Так, я, пожалуй, еще, наверное, съем оладушек. Я не наелась. Оладьи вот эти вот на самом деле очень низкокалорийные. Можно кушать в неограниченном количестве для тех, кто сидит на диете. Даже здесь муки у меня вообще прям просто минимум-минимум. Самый. Я не помню, сколько ложек я добавляла. Ну вот на большие 4 кабачка, там больше килограмм, 1,5 килограмма, по-моему. Я всего-навсего там ложек, может, 5 муки. То есть вообще немного. Если вы добавите яиц меньше, ну, я боюсь, что просто разваливаться они будут, оладушки. Просто как бы изначально в рецепте было указано, что яйца на один кабачок средний, одно яйцо. Но опять же, у всех понимание среднее разное. Поэтому я решила не рисковать особенно, хотя у меня были не слишком крупные кабачки. Ну, я сделала один кабачок, одно яйцо. Ну, что такое? Вкусно? Да. Кушай, малышка. Это очень вкусно. Это очень вкусно, а главное, низкокалорийно. Сметана у нас 15%, или, по-моему, даже 10%, вообще не жирная. Укроп никакого не дает. Можно сказать, жира и калорийности. Тоже травка. Кабачок. Здесь у нас лук. Репчатый. Что, малыш? Чаёк. Что ты? Чаёк. Чаёк. Молодец. Кабачок вообще самый калорийный. Он чуть ли не в минус идет по калорийности. В луке мало калорий. Здесь лук, кабачок, укроп. Опять же, малокалорийный продукт. Яйцо, ну яйцо вот, калорий нет. Внутри яйца на такую тазик, можно сказать, оладушков, ну и мука. Тут на большому счету, я не знаю, вот, если так рассчитать, мне кажется, вообще, даже если все съешь, не поправишься. Ну, сметана. Это очень вкусно. Чаёк. Давай, покушаем. Надо покушать хорошо. Были силы гулять, доченька. Погода наконец-то у нас вроде бы нормализовалась. Уже не так жарко, как было. Но дожди, конечно, немножечко напрягают уже. 4 или 5 дней уже дожди в подряд идут. Но слава богу, что с переменным успехом. То есть это не целый день так с утра зарядили и пошли. То есть это все-таки прекращаются. Знаете, тропический ливень прошел. И все, и вроде высохло, и вроде и уже не мокро, хорошо. Надо. Говорят, опять уже сейчас снова будет жара скоро. Жару не хочется. Хоть лето, конечно, да. Жара летом нужна.
Иначе какое-то лето без жарких дней. Ну? Доча, чаёк вкусный, да, с ромашкой? Чай, по-моему, если не ошибаюсь, с ромашкой. Сегодня там много всяких чаев, детских именно, вот, мы покупаем. Травяные. Это, по-моему, с ромашкой, да? С ромашкой чаёк, да? Я оставались чаи разные-разные, там, вкусные детские травяные. Я их все в один пакет сложила просто, потому что два остались там в одном пакете, два в другом. И поэтому на упаковке не написано, на самой бирочке, что это за чай. Поэтому приходится отдать по цвету. Вкусняешь? Поставила, мам, поставила. Поставила, молодец. Кушай. Соня, ты, тебе всего два оладушка, мама уже четыре скушала. Кушай оладушки тоже, вкусно. Вкусно и полезно. Вкусненький? Ты же сказала вкусный. А сама не ешь. Дочь. Обалденнейший вообще. Просто обалденнейший. Больше не могу. Объелась. Хотя оладушки очень маленькие. Мама четыре оладушка съела. Ты хоть съешь два, Сонечка. Это же вкусняшка. Покушай, малыш. А то на качельках кататься-то сил не будет. Надо поесть. Качели потом. Да не махонькие оладушки-то со сметанкой. Надо покушать, вкусняшка такая. Кушай. Вкуснятина такая. Мама старалась, готовила. Попью кофе. Нет. Ты чай уже весь выпила. Мама уже поела. А ты-то не поела, доча? Есть. Вот хоть не ставь на стол никакие напитки. Даже если вода, вот будет сначала пить воду, естественно, водой набьет желудок, и уже потом кушать она не хочет. Только камера выключается, через какое-то время она говорит: мама, я кушать хочу. И вот так всегда, моя хорошая. Не знаю, как бороться. Себе-то я ставлю. Чай, еще что-то. Ну, как я ей не поставлю, малышке? Так что вот так. Ну что, я уже покушала. Соне тоже практически подходит к завершению трапезы, да, малыш? Ну вот, молодец. Уже вкусненько, да, тебе? Вытираем моську. Чуть-чуть вот так вот, да? Салфеточкой. И доедай оладушки. Соня доест свои эти два оладушка. Она вот просто не торопится. Она всегда так долго кушает, подумает, посидит. А я уже наелась, насытилась. Все, кто был вместе со мной и кушал, всем приятного аппетита, мои хорошие. Желаю вам позитивного настроения, всего самого-самого-самого лучшего. Спасибо вам, что вы у меня есть, мои хорошие. Спасибо за ваши подписки, за ваши лайки, за ваши комментарии, за все спасибо. Я вам благодарна, мои хорошие. Всех люблю, обнимаю. С вами была ваша Елена. Пока. Пока-пока.